Всем привет, с вами Прия. Сегодня обсудим немаловажный момент для комьюнити Варкрафта, а именно точное время выхода дополнения Shadowlands. Ну и также поделюсь своими планами до выхода Shadowlands и, разумеется, после. До выхода Shadowlands осталось 2 месяца, можно сказать, прям ровно, тютелька в тютельку. Касательно времени выхода, ну тут не нужно ничего особо объяснять, все довольно-таки просто. В ночь с 26 на 27 число, то есть 27 октября, утром, рано-рано утром, в 2 часа по московскому времени, в 6 часов утра по моему времени, стартанет дополнение Shadowlands, откроются темные земли, и мы начнем покорять их. Все замечательно, все классно, все круто. За месяц до старта дополнения Shadowlands стартанет препатч. Что такое препатч? Препатч — это патч, который идет перед выходом дополнения, и во время его старта появляются новые квестовые цепочки, плавно подводящие нас к новому дополнению. Также обновляются механики классов, меняется структура игры, то есть обновляется атлас подземелий. Добавляется, например, вкладка Shadowlands, и мы можем посмотреть новый лут какой-либо. Конкретно в Shadowlands будет сплющен item level, левел, статы, обновятся некоторые способности, добавятся новые интересные какие-либо штучки, дрючки. Касательно всего этого можно глянуть либо в видосиках на ютубе, посвященном плейлисте Shadowlands, либо уже на каких-либо фан-сайтах. Со временем мы определились, все замечательно, все классно. Чем я планирую заниматься до Shadowlands? До Shadowlands я планирую также вводить все эти рейдики в бзда, то есть если у вас есть желание дропнуть такого замечательного маунта, как Ледяной Шквал, на котором я в текущий момент сижу, то почекайте ссылочки в описании к видосику и присоединитесь. В принципе, процесс легкий, ну а маунта вы получите в целом довольно-таки легко. Далее, нужно доделать ачив на 4-й левел всех эссенций. Осталось реально чуть-чуть. Последний рывок прям. Концентрированная жизненная сила. Окей, сегодня будет рейдик на Мификас Шару, если меня возьмут, то там крайне высок шанс получения эссенции. Меня это радует, это замечательно. Далее, касательно раздора и противостояния. Пожалуй, это самая гадкая эссенция для ПВЕшников. Для ПВПшников она довольно-таки легко далась. Они ее уже давно получили, и все замечательно. Мне же, как человеку, который не ПВПшил никогда на рейтинге выше 2К и более, ну, немножко сложновато. Но окей. Типа шмот более-менее подобран, хотя ножки надо поменять. То есть крит это стат такой себе, их надо с версой делать. То есть либо я выковываю их с кузнечки, ну либо я не теряю надежды еще получить инвайт на Радена в мифике и уж оттуда полутаю. Вот только никто не ходит на Радена, все боятся. Ну, рандом группы не ходят, а если рассматривают какие-либо статики, то половина статиков уже перестала рейдить до Shadowlands. Ну, типа, смысл маунта дропнуть и все такое прочее. Короче, нормально все в этом плане, все хорошо. Касательно планов после Shadowlands, точнее, при выходе. Получается так, что Shadowlands выходит во время моей учебной сессии. Эта сессия легкая, осенняя, идут только лекции, ничего такого масштабного не идет. С 20 октября по 3 ноября. То есть прям в середине учебки двухнедельной выходит Shadowlands. Окей, допустим, 27-го я устрою марафон, от марафона 24 часа. И далее уже, скорее всего, как ответственный студент, буду ездить на учебку. Но на учебе можно не только учиться, а можно еще взять с собой ноутбук, взять с собой телефон с подключенным мобильным интернетом, раскидать мобильный интернет, подрубить Warcraft, ну и подрубить стрим. Да, окей, конечно, без звука, но почему бы и нет. Сам процесс игры в Warcraft, само покорение новых сот, оно интересно в целом. Ну, в чатике будем с вами общаться, почему бы и нет. Уже была такая практика, может быть, кто-то ее вспомнит. Как-то так. Shadowlands выйдет у нас, получается, 27 октября. Там через месяц или недельки через три стартанет уже рейдовый контент. Вот там-то и начнется все веселье.
Ну и там-то я уже смогу сидеть 24 на 7 спокойно. Только вот первая неделька будет немножко сложной для меня в этом плане. Ну окей, выкрутимся, не проблема. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании, не забывайте о совместных рейдиках. До скорого!